среди моих друзей. Смотрите, вот она, волшебница. Она действительно волшебница. И что удивительно, да, я вот посмотрел, а сайт-то действует, а уже сколько лет, как она на небе. Посмотрите, я сейчас нажимаю. Почему я это делаю? Потому что когда-то это... так, кстати, это, видимо, артистка, не подумайте, чего. Вот, вот эта фотография, это, вряд ли это Оля. Так, значит, вот здесь вот уникальные материалы. Это надо, чтобы она, с каждым она не подружится, пусть она на том свете. Но многие из вас, кто прочтет ее, увидит ее картины, ее наблюдения в саду, ее рассказы, вот. А вы знаете, какой это был человек? Вы видите, как написано? Хотя она Татьяна Александровна, так, вот. А она себя называла Диана. Я ей дал прозвище среди друзей, у нас была своя компания, знаешь, все в прошлом. Вот, прозвище Диана Охотница. Она за любого из нас готова была пасть порвать. Ой, не дай бог, кто-то бы, вот сейчас-то меня пинает со всех сторон, а тогда не дай бог, что она делала после ее изысканных этих самых кнута, многие исчезали навсегда с горизонта. Вот это был боец, вот это была наша главная защитница нашего кружка. То, что сейчас кружок расширился, но он потерял какую-то индивидуальность. Ну, потом еще поговорим. Итак, вы поняли, как ее найти? Вот, надеюсь. Почему? Потому что кто-то, надеюсь, продлит, именно продлит эти самые отношения с ней. Так, Вука-вука, натуральный комплекс для восстановления. Так, это нам не надо, что-то реклама. Так, вы поняли, да? А теперь возвращаемся обратно. Итак, это то, что на диске на моем. Когда диск не будет, все это исчезнет. Так, теперь... Если бы у нас было бы время, вы бы оказались в удивительном мире, в удивительнейшем, да? Но мы сейчас все это читать не будем. Вот, я только покажу ее творчество. Почему? Это выращено из семян. Видите? Это выращено из семян. Я специально подчеркиваю, специально. Почему? Вы вспомните эти самые. Даже меня мордой тычут, что это. Я, хотя я не то, что поддерживаю, я придерживаюсь нейтралитета. Вот видите, какие это. Это корневые отводки выросли. Вот. Вот эти чудеса. И все это сладчайшее, сладчайшее, сладчайшее. Вот. У них нет названия. А у нее, кроме всего того, что она дала, сама эти названия вот этим чудесам. Видели? Вот. Даже вот эти что-то подержала в руках, и они стали вот такими. Все-таки волшебница исключительная. Ну вот теперь я возвращаюсь обратно. Такой мир, как его назвать-то, у нас уже такой мир. Вот он. Более грустный. И конец истории, надеюсь, что это не конец истории, надеюсь, что это середина истории. Много лет назад я рассказал эту историю, тоже. Она разошлась по стране, вот. И к ней челябинский ученый мир отправил Ходака. Вот, Ходак приехал, это самое, а Ольга... Я надеюсь, что я не ошибся, Ольга, все по памяти, несколько лет не общались. Звонит мне и говорит: Валерий Константинович, ко мне едут за черенками, что мне делать? Я говорю: тебе что, мама не оставила ничего, никаких этих пожеланий? Она говорит: нет. Я говорю: зато мне оставила. Вот, она сказала: помогите, Валерий Константинович, продать эти уникальные вещи в виде черенков. То есть продать как сорта. Ольга, что мне делать, Валерий Константинович? Я не умею людям отказывать. Я говорю: ты не отказывай. Начинаешь торговлю. Вот. Дальше было так.
А с каких сумм начинать? Я говорю, самые маленькие, самые смешные, потому что сейчас, если кто-то получает зарплату 50 тысяч в месяц, то уже не считается богатым. За это, то есть продает сорт, продает не черенок, продает сорт, 50 тысяч. А так как у него 6 уникальных сортов, не считая другого, скромно 300 тысяч. Я говорю, к тебе никто 300 тысяч не привезет, это понятно. Начинай с этой суммы торговаться, время такое. Приезжает человек и говорит, я не дам ни копейки. Вы просто обязаны мне дать на испытание. Ну, она, конечно, никому ничем не обязана. Вот, и звонит мне тут же, я говорю, решайте сама, вы никому ничем не обязаны. Вот, торгуйтесь, если ни копейки не даст, что сделать, это сделайте. Вот, но, повторяю, мама ваша была настроена, это ее труд, это, чтобы хотя бы ради дочки, чтобы хотя бы какие-то деньги выручить. Вот, так они, он говорит, вы знаете, вы ничего не теряете, мы сколько, а это же много лет, попробуйте, вы взять, да? Вот смотрите, друзья, можно взять веточку на прививке. Поверьте, будет совсем другое. Можно взять семечек. Она семечек вырастила. Там подвойных этих самых, сибирок и прочее, нет ни запаха, понимаете? Вот. Сколько лет пройдет, Ольга уже выйдет на пенсию, когда ей вручат, а этот, как он называется, сертификат, нет, забыл. Это называется, а у меня память все хуже, мне такое так ни одного не вручили. Вот. Это называется, забыл. Вот. Ну, короче, бумажку вручат, вот, и ни копейки денег. Это я считаю. А ей там лапшу вешали. Короче, человек уехал ни с чем. Не привез ни рубля и уехал ни с чем. Думал, убедю. Вот. Это был человек науки. Подробнее не говорю, хотя знаю, откуда он это взялся. Вот такие дела. И теперь мы ничего больше про это не знаем. А я почему вдруг про это заговорил? Потому что в те годы уже это было бесполезно, а уж где там это письмо-то? А уж сейчас, уважаемый Анатолий Головин, никогда, если даже только... Нет, если бы мой НКО в качестве моего заместителя, знаете, как есть же общественные организации, стал бы моим заместителем, там, министры, там, допустим, сельского хозяйства или... Может, Путин бы в качестве почетного председателя, а не коммерческой организации. Вот уж бы прибежали. А так нет, бесполезно. В общем, вот это грустная тема. Но тут не всегда у нас будет грустно. Пойдем дальше. А это моя ностальгия. Когда это... И такие вещи... Ведь широко разошлось. Ведь приехали же с науки. К этой, как ее называют, дочуля. К дочуле приехали. Вот. А это не просто яблоки. Сколько лет благодаря им она прожила еще полноценной жизни. А вот это мои. Как я их только мучил, чтобы быстрее созрели, отдельный разговор. Вот. Это мои жигулевские. Я с них беру семена и продаю вам. Теперь вопрос. Что вырастет? Сразу скажу. Вот. Мне до Татьяны Санны, волшебницы, как до неба. Дай бог, если они, учитывая, что морозостойкость у них уникальная, дай бог, чтобы они в виде сеянцев были хотя бы в половину меньше, но все-таки у нас очень много людей. Помните моя раскладка? Сейчас она стала еще хуже. Не хуже, а страшнее. 95% не. Помните мои эти цифры? Никогда не будут прививать. Посадят, что подсунут. Но я подсовываю семена. Вот. Вырастут в два раза меньше, но никогда не замерзнут. У них гены сибирок. Вот так вот. Настоящих сибирок. 100% сибирок. Вот. Вот это шанс для тех, кто не хочет прививать. Но после этого я знаю, или ни одного заказа на семена не будет, или один заказ кто-то все-таки из вас. Вот.